наши же в Россию выезжали, Гасымов, короче, ага. солдатом, там по делам выезжали, у них там ФСБшники ага. все шмонают, даже удочки забрали, там что-то их не повязали, ладно, у Гасымова знакомые были, там вообще с этим строго. Мы же там полэша фотку квадроцикла этот скидывал, они же его вывести пытались, просто потом продать. А? Забрали его, там вообще ужас. Даже удочки забрали. Все забирают. Че позорится? Че позорится? Ладно, че? Здесь мародерствую, тут этот поймали одного мародера, телек выносил, все посадили. Тут какой-то этот 15-летнюю девочку изнасиловал, что ли, в какой-то деревне недалеко. Ничего себе, это нацики вот эти, что ли, да? Это наши. Это наш солдат. У нас же тоже дурости хватает некоторых дурачков. Добровольцы. У нас третья рута пехоты 95% добровольцев. Потому что остальные либо 200-е, либо 300-е. А пехоты же вообще ничего не осталось. Да они там друг другом стреляют постоянно. Большинство они... Связи нету. Ну, связи нет, говорят, там наших нету. Все, я туда все положили. Там инженеров положили, 15 бригад, наши полковые. Там вообще ужас. Там наши два танка схлестнулись, тоже там 200-300. Тут вообще постоянно такая. У нас же даже артиллерия наших бывает пехоту кроет. По телеку шила гладко, а так бардак, все знают. Бардак не было, давно бы все закончилось, Улан. Это у нас пол постоянно выделяет. Не говори, Улан. Ой, дай Аллах, дай Аллах. Командир полка у нас же такой. У нас когда боевые машины загнали, он сказал только, теперь берите лопаты там и идите как пехота, говорит. Ну, умирайте, говорит, нам так сказал комбат. Так он командир полка. Скотина. Здорово. Здорово. Что, как у вас там обстоятельства? Да как, постреливаю. Что, вы все на тех же позициях сидите? Конечно. Кстати, а там за фуру с яблоками вам ничего не говорили? За кого? Ну, за машину с яблоками, ничего не говорили? Говорили, говорили. У меня приказ за эти... А ты откуда знаешь, что это за машина и с чем она едет? Ну, мне сказали, если подозрительная личность, без разговоров, же как... Да. Конечно. У меня приказ от майора такой. Появляется машина или фура, или что, яблоки, только смотришь, спрашиваешь, что везет. Яблоки. Если человек подозрительный, после разговора, разговоры потом. Да, откуда вообще должна ехать? Откуда они могут ехать? Ага. С моей стороны не могут ехать. А, с твоей, короче, вы их первые будете сжигать. А если не успеете, то... А мы первые сожжем, ну... А если не успеете, то могут ко мне забрести, я ж не прямо на трассе стою. Всем привет!
Разграбление захваченных территорий Украины уже открыто объявляется целью российской агрессии. Если раньше россияне говорили, что их цель это просто помочь русскоязычным жителям Юга и Востока, цель защитить их, спасти от фашистов, то теперь уже прямо говорят, что цель захвата это банальная нажива. Например, подконтрольный ДНР телеграм-канал «Донбасс решает» открыто пишет, что аграрии на подконтрольной России территории Донбасса, то есть Wardlaw, работают в основном на тракторах и комбайнах американской компании John Deere, которым уже больше 20 лет. Поэтому некоторые детали нужно менять, но официальные дилеры компании, как известно, из-за санкций перестали поставлять необходимые запчасти в РФ и следовательно, в так называемые республики они тоже не попадают. Ну и в качестве выхода ДНРовцы предлагают как можно быстрее захватить целиком Донецкую и Запорожскую области, так как там можно захватить украинские трактора и разобрать их на запчасти. По России есть одна фирма, которая занимается джандирами, АСТ. Там ничего не дают. Если мы раньше, ну, очень дорого, ну, можно было купить там форсливую, сейчас ничего нам не продают. Они же официальные дилеры джандиры. Из-за санкций им же перекрыли. Надежда сейчас вся на быстрее освободить Донецкую, Запорожскую область. Там запчасти есть, там есть очень много тракторов на разборке. Смотрите, я же ничего вообще не придумываю. Вот их СМИ. Вот там такое пишут, вот прямая речь, на видео, то есть они не стесняются, они сами это все записывают, они сами с гордостью говорят, что их цель это по сути, ну в общем-то, отобрать что-то у украинских фермеров, ограбить фермеров, которые честно трудились, купили какое-то оборудование. То есть тактика саранчи. Им не приходит в голову создать свое. Ну, в РФ же есть какие-то тракторные заводы, но обратите внимание, что даже не идет об этом речь. То есть они понимают, что своих тракторов нет, не будет, режим Путина там ничего создать не способен. Им нужны американские трактора, но им не дают, поэтому надо у кого-то отобрать, захватить, понимаете, прийти на чью-то территорию, забрать у фермера. А когда там закончится, что делать дальше? Туда по логике же, да, вот этой саранчи, логика саранчи, прийти еще что-то отхапать, еще у кого-то забрать. И так до бесконечности, потому что в этом их суть, которую они даже не скрывают. И вот такое должен видеть весь мир. Вот все должны просто понимать, что там происходит, что это за люди и какие они цели преследуют на самом деле. Поэтому просто поделитесь этим видео. Давайте распространим эту информацию как можно шире. Они же сами это все публикуют. Ну давайте им поможем эту информацию распространять тогда. И подписывайтесь на канал, потому что это очень важно.